выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, ноги поставьте на ширину плеч, повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны, сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину, раз, два, выпрямитесь и поднимите руки в стороны, три, четыре. Теперь наклоняюсь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги, левую руку за спину, раз, два, три, четыре. Соедините руки, опустите. Поднимаем ноги вперед. Отведите левую руку назад, правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем раз, опустите новые руки, два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги, левой ладони. Раз, исходное положение, два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить, правый поднять, опустить, раз, два, раз, два. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините, руки положите вдоль туловища, ладонями вниз, сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз, вытяните ноги вверх. Два, опустите ноги. Три, четыре, дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнул. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте. Продавец обувного магазина будет в восторге. Деньги потерял! Сейчас будет разум. Где? Где? Я сказал, где? Я пошел верну. Что такое спортивная барышня? Миллиарды не будет. Месяца в день! Кулаки к плечам. Три. Четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз. Меня спугать нельзя, у меня сердце слабое. Два. Три. Четыре. Ну что, сам деле, ну что, как деле какие-то скуля. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз. Право кидаемся. Три. Четыре. Вправо. Раз. Два. Три. Четыре. Вниво. Вниво. Все, уложила. Убила насквозь, голову пробила, сознание теряю. Советская гимнастика. Thank you.
Вот, то есть ты сейчас хочешь, чтобы я умер, да? Ты что говоришь такое-то, а? Это ж все туда, это... Да боится же нам своего. Сейчас посмотрим, тут кого боится. Ты халатненькая. Я вчера. У меня такое предчувствие с утра было. Такое, знаешь, у меня ком в горле. Я на работу, когда пришел, я думал, честно говоря, сюрприз тебе сделать. Я мастеру говорю, что у меня жена там, у нее шубы нету. Рваная, голодная, вся ходит. Надо шубу купить. Ну, я две сказал, что шубу купить надо. Вот. И дети. Все. Ужас там. А ничего, Андрюш. Давай без насилия. Андрюшка. Где Белл? Я потерял. Ну почему в самом деле? Где потерял? Да вот тебе крест. Ты мне все время врёшь. Да что ты мне врёшь? Ты все время... А, всю жизнь ты мне врёшь. Я люблю тебя. Что? Я люблю тебя. Сейчас в обморок упадет. За 20 лет ни разу не сказал.